Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Давненько я не радовал вас своими новыми видео, поэтому попытаюсь исправиться. Сегодня мы с вами рассмотрим очень красивую и техничную ловушку, которая случилась в партии двух чемпионок. Белыми играла международный мастер, чемпионка Европы по блицу Полина Петрусева. Черными играла международный гроссмейстер, чемпионка мира. Яна Якубович. Обе живут в столице Беларуси, городе Минск. Значит, в партии был следующий дебют. CB4, FE5, EF4, EF6. Разыграна обратная городская партия. Здесь примерно равная позиция. Белые играют B5. Черные, видите, занимают центр. Белые его окружают и играют на блокаду фланга с помощью вот этой связки. Белые меняются bc3, черные играют g6. Белые делают выжидательный ход ab2, черные строят упор fg7 и грозят напасть fg5. Белые играют cb4, и вот здесь есть два хода. Ход bc5 похуже, так как у белых здесь они могут получить небольшое, но стойкое преимущество. Играем bc3. И после размена 2 на 2 меняемся cd4. Ну и позиция белых более приятная, потому что у черных отсталая шашка а7. Вести ее в игру будет довольно-таки непросто. Преимущество у белых небольшое, но стойкое. Поэтому правильно в этой позиции, конечно, играть bc5. Так и было в партии. Соперницы разыгрывали этот дебют молниеносно. Белые играют fe3. Ну, тут есть два хода. fg5 и ed4. Помощью ab6 играют. Значит, Яна Якубович сыграла fg5. Белые меняются назад. И вот здесь Яна ошиблась. Ход gf4 я считаю серьезной неточностью, после которой у белых во всех вариантах большое преимущество. Правильно, конечно, в этой позиции играть gh4. Допустим, bc3. Черные играют hg5 и хотят разменяться назад с преимуществом. Поэтому белым здесь надо уравнивать позицию вот таким стандартным приемом. Вначале меняемся 2 на 2. Затем временно жертвуем шашку. И меняемся назад. То есть следующим ходом мы играем ef2, отыгрываем шашку и постепенно уравниваем позицию. Это сильнейший план игры в этом дебюте и за белых, и за черных. Значит, а в партии черные ошиблись. Они сыграли gf4 вместо gh4. Здесь у белых серьезное преимущество. Меняемся fe3. И видите, начинается блокада фланга. То есть у черных конкретно застряла шашка а7. Это серьезная слабость. Поэтому уравнять позицию им здесь ой как непросто. Здесь есть два хода. gf6 и de7. Ну давайте рассмотрим оба. Значит, в партии было de7. Ну сперва рассмотрим ход gf6. Здесь уравнения у черных нет. Есть там чуть ли не единственные ничьи. Ну, рассмотрим ничьи и ловушки белых. Значит, hg3, hg7, gf2. Строим колоночку, рогатку. Видите, на ход fe5 разменяемся и преимущество сохраняется. Поэтому черным лучше всего сыграть gh6. Тогда играем gh4. Черные играют fe5 и играем ed2. Сейчас хотим разменяться hg5. Ну, допустим, de7 меняемся, hg5. И видите, центр черных провис, то есть отсутствуют шашки на дамочных полях, плюс застряла шашка отсталая на а7. Здесь единственная ничья. Единственный ход аб6, играем bc3. И черным надо вырываться из-под связки, иначе они проиграют. cd4, d3. Значит, в чем идея? bc5 проигрывает, так как белые успевают пройти в дамки и легко выигрывают. Поэтому черных единственный ход EF4. Играем GH6. Снова BC5 проигрывает, так как мы проходим в дамки, обрезаем шашки черных по большой дороге и легко выигрываем. Приходится играть EF6. Единственный ход. Меняемся BC5. И вот здесь есть ловушка. Например, FG3, BC5, EF4. В партии из далекого 1962 года двух мастеров Берлинкова и Мазурка черные проиграли. Они напали fg5. Напрашивающийся ход, но он проигрывает. Меняемся cd4. Приходится бить в эту сторону.
Черные и белые рвутся в дамки, но здесь белые побеждают. Нападаем. Приходится отходить. Нападаем еще раз. Ну, если закрыться, тут простой выигрыш. Просто играем, допустим, gf4. Ну, или на h8 уходим, без разницы. Допустим, bc7. Ждем. cd6. Ждем. Ждем. Когда черные играют cb4, просто меняемся и выигрываем. Как говорится, никакой магии. Поэтому в партии черные на нападение пожертвовали шашку ef4. Так называемый прием прицоска или пиявка, или контрудар. Бьем на e5. И сюда нельзя, видите. Белые отбросят шашку черных и обрежут по большой дороге. Поэтому приходится играть cb2. Играем ed6. Дамку на A1 теперь нельзя ставить из-за приема столбняк. И в противостоянии дамок побеждают белые, поэтому приходится ставить дамку на c1. Ну, просто проводим в дальнейшем все три шашки в дамке, затем строимся вот так вот в линию. Это называется построение боевые позиции, и постепенно побеждаем. Кто не знает, как побеждать в подобных позициях, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Называется построение боевые позиции. Это выигрыш белых. А где же ничья, спросите вы? А ничья вот в этой позиции вместо fg5, да, этот ход проигрывает. Надо было жертвовать шашку и нападать. Далеко не очевидный вариант, друзья. Далеко не очевидный. Здесь белые снова проходят дамки и нападают. Но здесь уже, видите, нападать бесполезно. Черные пройдут дамки. Затем обрежут эту шашку и постепенно ее разменяют. Здесь выигрыша нет. Поэтому белым лучше сыграть аб6. Грозим ударом трамплин, как я называю, удар трампа. Здесь черным лучше отдать шашку и сыграть ed2. Ну, допустим, ed6 играют, ставим дамку. Черные грозят занять большую дорогу, поэтому приходится играть fg7, единственный ход. Да, черные нападают, ну и тут ничья битая уже. Эта шашка в дамке никак не проводится. Как видите, ничью сделать после хода gf6 довольно-таки непросто. В партии Петрусева-Якубович, поэтому был ход de7. Играем hg3, ну и после хода ef6 играем gh4. Сильнейшее продолжение. Ход на самом деле очень редко встречался в партиях, я не знаю почему. Я подробно проанализировал это продолжение на своей компьютерной программе Тоша и пришел к выводу, что это сильнейший вариант за белых. Можете убедиться в этом сами. Значит, в позиции у черных есть три хода. g6 он ведет к ничьей еще. А вот fg5 и fe5 напрашивающиеся ходы проигрывают. Ну, давайте рассмотрим ничью сперва. После g6 играем bc3 и на ход fe5 меняемся назад. Значит, снова идея разменяться hg5 при случае и окружить центр черных. Поэтому черным надо играть hg7. Видите, если теперь разменяться, то черные меняются, gf6, и постепенно уравнивают позицию. Поэтому играем ef2, продолжаем давление. Ставим ловушку. Ничья есть только после хода de5. Здесь уже приходится меняться, лучшего не видно. И черные успевают уравнять позицию разменом 2 на 2. Это ничья. Если же в этой позиции черные вместо de5 сыграют gf6, напрашивающийся ход, он проигрывает, как ни странно. То есть черные проигрывают из-за своей отсталой шашки a7. Играем ef4. В чем идея? cd4 уже вылезти нельзя из-за несложной комбинации fg5, fe3. Отдали 2, забрали 4. Выиграли. Поэтому приходится играть fe5. Ну, аб6 бесполезно играть, там построим колоночку, fg5 грозим постоянно, прорвемся в дамки, выиграем. Поэтому приходится играть fe5. Здесь выигрывает изящная жертва. Жертвуем шашку и просто нападаем. Как ни странно, несмотря на лишнюю шашку, у черных нет даже ничьей. Удивительная позиция. То есть мы грозим пройти в дамки и выиграть. Если же черные отбрасывают шашку, то здесь все сходки сходятся в пользу белых. Ну, допустим, аб6, fg3, ed4. Закрылись, de5. Ну, просто напали, и у черных нет приличных ходов. Остается только сдаться. Рассмотрели
ход g6. Давайте теперь рассмотрим ход fg5. Он проигрывает. Играем ef2. Черные играют hg7. Играем fg3. Черные играют g6, грозят ходом ef4. Поэтому снова связываем центр черных. Ну и здесь красиво побеждаем. На лучший ход ed4 играем. Хочется, конечно, gh2. Отмечу красным. Этот ход идет к ничьей, как ни странно. То есть здесь лишняя шашка не приносит выигрыша, так как у черных после там всех разменов будет центр мощный. Здесь надо сыграть именно gf2. То есть далеко не очевидный ход. На ход ab6, единственный ход у черных, играем gh4. Ну и тут у черных есть два продолжения. d5 и hg5, оба проигрывают. На d5 просто меняемся и заходим в любки. Видите, бери любую. Поэтому такое положение шашки между двух шашек соперника называется любки. Приходится жертвовать. Ну, просто выиграли шашку. Играем bc3, но единственный ход, прорываемся в дамки. Черным остается только сдаться. Второе продолжение. Если в этой позиции черные играют g6, вот здесь хочется, конечно, побить на h6. Но это только ничья. Черные меняются d3, и, как ни странно, выигрыша нет. Там окончания все ничейные. Здесь надо побить парадоксально. На ход на поле f6. Кажется, что это ничья. После fe5 черные отыгрывают шашку. Но здесь снова заходим в любки и постепенно побеждаем. Ну, допустим, d3 сильнейший ход. Черные пытаются прорваться в дамки. Ну, здесь у белых две лишние шашки. Они постепенно выигрывают. Долго, нудно, но выигрывают. Можете убедиться в этом самостоятельно. Если уж с двумя шашками не сможете выиграть, ну, как говорится, надо тренироваться больше. Это выигрыш. Ну и, наконец, рассмотрим продолжение, которое было в партии. В партии Яна Якубович сыграл fe5. Этот ход также красиво проигрывает. Играем hg5. Ну и тут есть два хода. ef4 и gh6. Ну, мы грозим g6 сыграть, поэтому надо что-то делать. На ход g6 меняемся e2. hg7 нету из-за того, что в любки заходим. То есть два хода. e4 и cd4. На cd4 центр черных полностью окружается. Играем gf2, и у черных нет приличных ходов. То есть на этот ход нападаем. На этот ход выигрываем шашку. Черным остается только сдаться. Если черные играют e4... Тогда здесь надо сделать ход g6, единственный ход, ведущий к выигрышу. Черные строят колоночку, ну здесь просто меняемся и выигрываем за счет связки. Поэтому в партии Яна Якубович сыграла e4. Белые и черные проходят дамки, позиция кажется ничейная. Да? Но здесь белые неожиданно играют дамкой на h6 и грозят банально поймать дамку черных. Поэтому у черных единственный ход – отдать шашку. Теперь белые снова грозят, видите, поймать шашку, дамку черных, поэтому черным надо куда-то уходить. На любой ход дамки черных. Вот здесь, в этой позиции, Полина Петрусева сыграла bc3. Мы не ставим рассматривать это продолжение, хотя оно тоже выигрывает. Там тоже были такие красивые моменты. Но здесь вот мне удалось найти очень красивый выигрыш. Более красивый, так скажем. Поставьте видео на паузу и попытайтесь самостоятельно найти выигрыш. Если вы его найдете, то получите незабываемое эстетическое удовольствие. Очень красивый и техничный выигрыш. Жертвуем шашку e2 и играем g6. То есть в чем идея? Грозим сыграть gf2 и fg3. Снова поймать дамку черных. У черных поэтому единственный ход cd4. Здесь меняемся 2 на 2. И дамка черных в безвыходном положении. То есть мы снова грозим сыграть gf2 и fe3. Черные сопротивляются. cd6. Играем gf2. Они играют dc5. Сейчас дамку ловить бесполезно. Так как черные побьют до конца. И здесь у белых даже плохо будет. Поэтому здесь надо подумать. Поставьте еще раз позицию на паузу. И подумайте, как бы вы сыграли. Вот здесь я выигрыш уже не нашел своей головой. Поставил на Тошу, и Тоша мне показала, да, красивый выигрыш. Играем FG3. Получился цукцванг. Черным невыгодна очередь хода. При своей очереди хода они проигрывают. То есть, видите,
На любой ход грозит gf4, а подождать черным негде. Поэтому у них единственный ход. Они жертвуют шашку и нападают сразу же на 2. Но здесь белые опять красиво выигрывают. cb6. И ловим дамку черных. Вот такие пироги, друзья. Если вам понравилось данное видео, а я в этом не сомневаюсь, то не забывайте поддержать мое творчество. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.